Да хорони ты его. И ее хорони. Вот каждый день похороны. Че это? Еще и ты завалил экзамены. Да твою мать. Да себе забери. Кого с ними делиться, они передохнут сейчас. Да мертвым объявляй всех. 4 человека за смену. Да как вы умудряетесь? Вот тут... Мэрия, учитывая последние события, мы должны пойти на некоторые уступки на отношения с феминистками. Делайте так, чтобы как минимум половину вашего штата составляли женщины. Проверим через 3 дня. Спасибо. Зашибись. Всем привет, друзья. Меня зовут Владимир, и смотрите игровой канал Вредного Енота. Мы продолжаем себя пробовать в роли шефа полиции. У нас по-прежнему есть страшные беспонтовые алкаши, и мы по-прежнему пытаемся бороться с преступностью. При этом я это уставить не буду, потому что, как мы выяснили в прошлой серии, давайте вот эту кучу копнем, она наметет одни неудачи. У нас перебили хренову тучу народу, у нас, в принципе, копов нет, а еще попутно я продолжаю мучиться со своим носом, который почему-то чешется дико просто. Не знаю, что там зарплата? Спасибо. Завтра стоит церемония. Приглядывайте за героем. А кто у нас там герой-то? Котик, ты вообще тварь, ты меня так подставил, а? Так по-свински себя повела. За тебя народ перебили. А кто у нас герой-то? Форс, по-моему. Блин, а кто у нас герой? Так, подожди. А, да, Форс, отлично. Ну ладно, надеюсь, не помрет. Так, нам нужно куда? Нам нужно смену, а? Человек очень не хочет. Смена, а? Смена А. А, ну все, вроде сейчас нормально. Так, ну давайте попробуем у мэра что-нибудь это попросить в этот раз. Давайте для офицера попробуем. И для спецназа. Вот так, давайте 2 отправим, может что и выстрелит. Хорошее. Кажется, она, у нее проблемы с алкоголем. Я заметил, да? Первый день на службе, повторяю. Она уже, блин, напилась. Ох, нифига, массовая драка. Поступил звонок от управляющего клубом, который сообщил, что в главном зале началась массовая драка. Больше 20 человек сцепились друг с другом. Охрана не желает вмешиваться, потому что у некоторых дерущихся есть ножи. На нас поле уже лежит несколько раненых, но никто не знает, почему началась вся эта резня. Да какая разница, почему началась. Главное нам ее закончить. Так, я тебя пьяную не отправлю, ты дура. Там, блин, еще сама в драку полезешь, поэтому я думаю, наверное, хватит. Вот. Каена, во! Скажем, Каен приехал! Если Каен все приехал, значит все можем. Все сделаем, все отлично будет. Приехали на Каене, блин, полицейские. Зашибись живем. Так, это пишется. Все отлично, все, у меня все пишется, у меня все хорошо. Так, расследование. Так, ну, что не туда, ну ладно. Мы пока ждем, пока попиваем чаек. Напоминаю, кто без чая, тот зря. Так, ситуация... Ага, блин. Ну-ка, куда ее пьяную? На... Ну, идите вот так. Нападение. Подростки выгуливали пса и что-то не подели. В итоге один натравил собак на другого. Полицию позвонила девушка, которая каталась на велосипеде неподалеку. Ну, на, блин. Поржут на тобой, ссориться перестанут. Не, ну а как еще? Вот, я, вот как еще? Вот куда ее отправлять? Не на перестрелку же, а? Так приедет бухой полицейский, при этом страшный капец. Подростки увидят, поржут и забудут о своих уже просто недовольствах, драки и так далее. Опа, мальчик лежит на земле и с трудом держит гавкающую собаку, которая пытается вцепиться ему в горло на керосе. Ударить собаку шокером. Шок-вепен же, да, шокирующее оружие. Выстрелит в воздух, оттащит собаку за шерень. Да шокером херач ее. Собака отпускает мальчика, а ее хозяин убегает. Отложить у девушки велосипед, приказать подростку остановиться, побежать следом. Да, следом, но она не догонит его. Ну конечно. А куда бы она догнала пьяная, страшная, толстая? Ладно. Массовая драка. Во, хоть в массовой драке все хорошо. Давайте быстрее, тут 20 секунд. Опа. Церковь прикажанка Мария Серентина сообщила о выстрелах в церкви. В свою дальнюю зашел бородатый мужчина в шляпе, через минуту оттуда раздалось несколько выстрелов. Потом мужчина спокойно вышел из кабинки, снял шляпу, перекрестился и сел на скамью. По-моему, он сейчас молится. Ой-ой-ой-ой.
Вы же псих какой-то. По-любому. Давайте, ребята, быстрее. Мы сейчас котика и Янси туда отправим. Давай. Вы меня не думаете сдохнуть, блин. Форс Хуан. Ах ты, блин. Да прикинь, спецназа нету больше. На, Каены. Каены, говорю, берите. Нету спецназа, хоть Каена возьмите. Блин, вот эти пьяные, они с собакой все дело портят, а? Чего это? Покушение на убийца. Линда Горд неразборчиво сообщила, что после визита к стоматологу ей парализовало лицо. Этот монстр вколол мне какой-то яд. Арестуйте его, требует девушка. Ты дура, что ли? Тебе обезболивающего вкололи. К стоматологу сходила. Правильно, там пол лица. На, одного хватит. Пол лица не имел, правильно? А как их зубы-то лечить? Ни хрена себе. Одного хватит, он Столкс съедет, сейчас разберется. Столкс у нас парень что надо. Ни хрена не опытный, но он нормальный парень. Я даже не помню, откуда он взялся. Поэтому он нормальный парень. Я запоминаю два вида копов, которые косячат и которые молодцы. Я раз я его не помню, значит он середнячок. Да, конечно, продавай. Плевать, я на себя хотел, продавай. Так, а что ты стукач мне ничего давно уже не говорил? Вот, девушка, калория обычно обезболивающая. Вот, блин, за это бы еще штрафик. Хотите, типа, там, пятихатку долларов нам заплати за ложный вызов? Ну, реально, это паранойя. Человек больной вообще головой. Вот Столкс, красавчик, приехал, раскидал все. Штраф бы выписал за ложный вызов, вообще цены бы ему не было. Ой-ой-ой-ой-ой, не давай арендных сентам. Так, продавец мороженого обратил внимание на черную сумку, которая пролежала на скамейке пару часов без присмотра. Бляха-муха, так они сейчас воюют же, Сент и этот, да, блин. Пьяни вообще не берем туда. Свата нет, ё-моё, ребята. Бляха-муха, только не сдохните, а. Да по-любому Варга этот подкинул бомбу. Они нахер подорвутся, вообще будет весело. Мне вот ваши разборки нахер бы не сдались. Варгах, Сент, мне вот вообще на них на вас насрать. Хоть перебейте друг друга, вообще было бы отлично. Чтоб один какой-нибудь остался там, дворник у кого-нибудь из них. Его арестовали как соучастника, и все. Отряд прибыл на место вызова. При ближайшем осмотрении может заметить, что сумка шевелится. Шевелится? Ну, открой. Что было-то? Какой преступник пойман, офицер не будет. Ну, шевелится. Так котенка, наверное, забыли какого-нибудь. А, о, давай. Давай почитаем. Так. А, подожди, так это мы читали. Да, это мы читали. Так, что-то она там купила билет, по-моему. Потом подожгла, а потом выбежала, да? Точно. Зои Носик, студент около месяца назад, безуспешно пытавшийся устроиться в кинотеатр The Last Picture Show. Зеттер, билетером. Дура. У вас какие-то реально в городе какие-то долбанутые все? Ага, сейчас. Я только вот пьяную не отправлял. Ага, у нас вата нет. Так, стоп, секунду. Ведет Китайоза, все. Завтра его вызовем. И вместе с ним скатаемся, арестуем. Потому что свата у нас нет. Пьяни отсылать не буду. А эти пока приедут, уже, соответственно, будет поздно. Как я и говорил. Все, да? Так, подожди. А, он вот так в той смене, да? Ну, отлично. Игра вдвойне хорошо. День 13. Блин, ну сегодня хоть без происшествий, как хорошо-то, а? Так, кукурузный монумент снесут до конца лета. Администрация города профинансирует фестиваль танцев. Фрэнсис Кендрик не займет место Джека Бойда. Правильно, его вообще исчез. Надо думать. Угоди, ты, наверное, какое-то заметное зажигание. Бля, ты хоть машину поменял или починил бы? В школе, в которой учится моя дочь, случился пожар. Моя дочка получила серьезные ожоги и лежит в реанимации. Могу поехать к ней. Блин, народа нету. Ну ладно, Фокс, он хороший вроде был. Давай. Какие сроки по делу, отпрашивайся. Бляха, народа вообще нету. Работать-то некому. Блин, что делать? Так, погоди, вот тут вот какая вот тут, да, была? По-любому хорошая композиция. По-любому они как-то связаны. Если ничего не произошло, значит все хорошо. Значит, все отлично. Значит, ее будем слушать. Все. Во Фрибурге началась первая за долгие годы большая война криминальных группировок.
Исход этой борьбы нельзя предугадать, но в одном сомневаться не приходится. Через пару недель в городе останется только одна мафиозная семья. А, так я только хочу... А, похорон. Ага, давай. Ага, давай. Вот, блин, перди на Чубаку, я делал... Ну, Чубака, ладно еще. Перди жалко. Во! Отлично, так. Ты же нас удовлетворишь мой запрос. Отлично! Ага, было в кого. И... Шикарно, так. А, так нифига, тут выбор есть. Да, хотя бы два раза в день, а. Реально, потому что надо. Так. Да, да что происходит, а вроде ж не июль, ничего, ни пуха нет, почему нос чешется? Покушение на убийство, у меня на эту игру аллергия, походу. С ее, блин, сценами и так далее, болтовней. Прохожий вызвал полицию, когда увидел, как на улице... Бежит голый мужчина, а за ним несется девушка с огромным кухонным ножом, крича: «Я выпотрошу тебя, долбанный гомик!» Ха! Да, вот так. Вот так, и вот так. Я думаю, этого вам хватит. Вот, а вы давай самоди. Тебя самоди и спецназ. Все, а вы давайте арестовывайте, идите. Я думаю, одна бабеха, поди-ка два более-менее опытных копа справится. А вот это вот, что это? Эти чертовы панки пригрелись пригретые в арке, напали на одного из членов нашей семьи, прямо в парикмахерской. Мы уже послали подмогу, но не знаем точно, сколько этих мразей. Сколько там этих мразей? Эти мрази, эти. А, помощь полиции не помешает. Хорошо. То есть плохо, у меня никого нету. Ждите. Ожидайте вас, ваш вызов принят. Оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для нас. Что такое? А, это расследовать, да хен на него. Давайте быстрее назад. Поймали? Нет, поджог. Отлично, молодцы. Пацаны вообще, ребята. Ты смотри, да вообще. Дела творят-то какие, ты смотри. Прям удивляют. Ладно. Давай быстрее, у нас тут 10 секунд и нужно... Ой, ё-моё. Ты тоже, да? Сент, племянник мистера Сента заметил из окна, как одну из его машин громят люди в арке. Кажется, нужно напомнить им, что это незаконно. Напомните, вы сами-то, блин, законами, а по законам все делаете. Два, один, все, приехали. Так, на, ехай. Сюда, ехай. Сюда, ехай. Смотри, как раскидал грамотно, а? Кто молодец? Мы молодцы. Во, как мы все грамотно с тобой взяли и раскидали. Еще два человека в запасе, между прочим, осталось. Так, тут что? Массовый... Ой, ё-моё. Как плохо-то. Закусочная Эдди Бюргерс. Закусочная Эдди Бюргерс зашла девушка, заказала диетическую колу и стала стрелять в посетителей из пистолета. В полицию позвонил кассир, но на заднем плане слышны выстрелы и крики. Ненавижу жирных людей. Бляха, муха, не давай подождем. 40 секунд есть. Побег с места аварии, ну-ка. А кто ведет? Давайте я пока до первой фотографии, как всегда, мы читать не будем. Сейчас мы назначим, пускай первые фотки нам притащит, там посидим, посмотрим. Банды, архив. Посмотрим, потому что, блин, ну что толку читать, не имея фотографии. У нас хоть так на фотке посмотрим, какая-то картина может сложиться. А, приехали, да, уже? Ну, давай. На, со спецназом-то поди-ка справитесь, я надеюсь. Мегадопулос. Мегадопулос. Мусап, Хоскин, Самади, полно эти вроде старые ребята. Так. Че, нормально, нет? Всё? Да как, бляха-муха, вы так умудряетесь-то, козлы? Вас спецназ дал! Вам лучших сотрудников дал, как вы, сволочи-то, блин, подохнуть-то сумели. Там одна невооруженная, одна истеричка вооруженная. Как вы, блин, со спецназом, блин, просрать-то могли все? Твою мать. А чё, а некого? Эти сейчас тоже перебьют. Я даже читать не буду, что там. Это какая-то жопа. Это вообще-то не копы, это лошары. Где на бирже труда нормальные копы? Почему один нормальный был и тот, блин, алкаш? Вот эта алкашня, который бегать не умеет. Вот ее надо было туда посылать. Ее все равно не жалко. Ее все равно ненавидят все. О, драка. А, ночной сторож свалки услышал шум во время входа и увидел, что несколько бомжей дерутся за какой-то сверток, который лежит на земле. Блин, гамбургер недоеденный, уже драка.
Не. Так, узкая улица заблокирована для проезда двумя фургонами. Возле машины инкассатора стоят трое вооруженных людей в масках, у одного из которых на руках газовая горелка. На крыше фургона стоит четвертый преступник, который замечает копов, что их числится им сообщником. Конечно, чего? Четыре вооруженных с масками с пулеметами. Мы их послали, блин, на смерть с наших верных фалосом, Ади и Мегадупалосом. Так, газовая горелка — это херня. Какие слова? Стреляй на поражение. Перейти в наступление, отступить в переулок. Переулки перебьют, а они там заграждены двумя машинами. Наступление, самоубийство. Давай, ну чё, блин, давай за машину хоть чё-то ша... Это, ребята, капец. Это просто жесть, я не знаю. Это просто жесть. Я не знаю, кто будет работать. Они вообще просрали всё и всем. Я в шоке. Тут так-то. А, ну на. Ты последний из магикан остался, хер ли я сделаю. Как вы это умудряетесь делать? Ну как? Как вы умудряетесь сдохнуть-то так? Я даже не хочу читать, я в печали, я расстроен. У меня третий день подряд практически, блин, всех перебивает тупо. Вообще всех уже перебили. Ну нету, вообще некого. Все, некого посылать. Один фал остался, блин. Да пошло все, отзывайся. Пускай сами перебьют, бомжами больше, бомжами меньше, вообще насрать. Ты мне сейчас важнее, а то вообще никому работать будет. Охренеть, я в шоке, что это? Джек Варга силен, но он не может состязаться на равных со старейшей криминальной группировкой в городе. Просто следите, чтобы сэнды были впереди по очкам, и вам не о чем беспокоиться. А, мы типа молодцы, да? Ладно, хоть тут мы где-то молодцы. Да мертвым объявляй всех. Четыре человека за смену, да как вы умудряетесь? Вот тут... Чего за твари? Уровень преступности в городе вырос на 31%. Фермеры Перебруга отчитались о рекордном урожае. Племянник мэра высказал желание стать шефом полиции. На-на, давай, ага. Это первый, блин, сам завалю, как только придешь сюда. Терять-то уже нечего. Ты тварь, я тебе ее сейчас уволю, короче. Сегодня обещали дождь, а у меня очень слабый иммунитет, боюсь заболеть. Че, херела что ли? Работай, тварь! Отец снова напился и сбил маму. В этот раз каждый делал всем плохо. Так что мне хотелось бы съездить к ним. Нет? Давай оформим заявочку, блин. Арестуем твоего отца или кто он там. Херлись, он напился. Твою мать, а? Работать так некому. Все, вообще без всего будем. Мне кажется, музыка плохо влияет на все это дело. И долго включается, во. Да хорони ты его. И ее хорони. Вот каждый день похороны. Че это? Еще и ты завалил экзамены. Да твою мать. Да себе забери. Кого с ними делиться, они передохнут сейчас. Так, подожди, стой, тормозни. Не так это делается, вот так это делается. Знаешь что? Что ты, лис? Все, я злой как собака. Поэтому я, вот, котика, янь, еще куда. Давай, я читать не буду. Ехать. Тут что? Так, прочее имущество. Позвонил кассир аркадного зала и пожаловался на двух подростков, которые выломали руль автомата турбонитра и теперь пытаются сбежать. Ну давайте, эти вроде как опытные. Охереть, а когда тут-то будет? На бирже труда когда что будет? 6 человек мне надо, мне на 6 человек, обалдеть. Я в шоке. Тупо передохли, ну как они могли передохнуть, вы мне объясните, как? Со спецназом как они могли сдохнуть? Так, чё-то где? Куда вы ездили? Мэрия. Зашибись! Спасибо! Вовремя! Не могли подождать. Сейчас еще и у мэрии мы будем на плохом счету. Да все, капец. Можете увольнять сразу. Ладно. Херня, прорвемся. Что-нибудь есть задание? Чё это? А, ну последнее было, то ладно. Дайте мне, почему никто не хочет в офицеры идти? Заметьте, не в кадеты, в офицеры сразу. Так, ой, блин. Ой, блин. Нет, давайте ждем этого. Я просто так и не отпущу. Тут пойдут лучшие из лучших, это по-любому. Потому что если гетто, торговля оружием, не-не-не-не-не-не.
Очевидец сообщил, что какой-то мужчина продает оружие прямо на улице из багажа своего автомобиля. Он тут каждый вечер стреляет, делайте наконец что-нибудь. Например, что? Почему вы спецназ-то не берете? Ну вот же спецназ, вот он, автозак спецназ, ну возьмите вы их. То перекроют ваши жопы там. Да бляха муха. Короче, делаем по-другому. Сейчас, если будет пахнуть жареным, тупо, блин, лучше я с мэрией, блин, нафиг всем отношения испорчу. Один хрен у меня этих пустых слотов, которые я могу просто так брать и говорить, вот эти сокращайте. На, Каена. Некого больше. Сейчас мэрия еще раз позвонит по-любому. Конечно. Конечно. Перестрелка. Водитель погрузчика заметил несколько вооруженных людей, пробирающихся между контейнерами. Вскоре раздались очереди выстрелов и крики. Такое количество людей с оружием неизвестно. А, точное количество. Но сотрудник порта видел не менее 5 человек. Ну, е-мое. А эти, наверное, не успеют. Каен, ну да, не успеет. Если б не отправил бы Каена, тогда было бы нормально. А так они просто, ну хотя... Я хрен узнает, может и успеют. Давай быстрее, быстрее давай. Нет, нет, не успеют. Во! Во, хоть это хорошо. А то что? Один, ладно. Если успеет вернуться, ну 10 секунд. Не-не, нифига не успеют. Все, не успели, ладно. Да и плевать, зато целее останутся. Хотя у нас это все есть. А тут, конечно, убили кого-то, да? Нет? Ой, хорошо-то как. Так, давай, ты сюда. Котик. А, тут что? Подозрительный индивидуум, everyday. Бывший пациент психиатрической лечебницы, Кларк Лебока, обратился в полицию из-за варяка, пристающих к людям в торговом центре. Лебока утверждает, что речь идет о настоящем убийце, который ни перед чем не остановится. Зашибись! Ай! Ладно, ехайте. Тут что надо? Ой, у меня трик-то нету. Ты, наверное, денег, да, обещал? Господин Бойт, мне очень неловко снова обращаться к вам за помощью, но вы единственный, кто может решить эту проблему. Те пластинки, что отсудила моя бывшая, конечно, вернул, но она вроде как ни о чем не догадывается. А вот ее тупорылый брат имел на эти пластинки свои виды. Этот идиот нанял частного сыщика, который 3 дня подряд дежурил у моего магазина, а сегодня имел наглость лично зайти ко мне домой. И учить меня причастности к исчезновению пластинок. Уж не знаю, есть ли у него доказательства, но риски слишком высоки. Могли бы вы припугнуть их обоих, чтобы не вмешивались в чужие дела. Мой магазин открыт для вас в любое время. Да я бы с удовольствием, но бляха, у меня на выезде все, да е-мое. А там денег бы дали, по-любому. Вот зелененький, я понял, зелененький хоть присылаешь, там денег. Давайте даже доехать туда не успели. Ну ладно, чё. Блин, 49 косарей так бы подзаработали. Чё, тебе двоих бы не хватило, что ли? Ну. Так, ложные. Вот ты собака, а. Троих человек отправил туда, а ложные оказалось. А, да, давайте это почитаем, чё там. Так, Мэтт Пол, свидетель темного автомобиля, выскочил из-за угла с сильным грохотом, доехал на бордюр, затем вернулся на дорогу, не сбавляя скорости, сбил жертву. Так, что у нас есть? Темный автомобиль. Вот этот угол. Из-за угла выскочил. Хорошо. А, Джером Альварес, бармен, незадолго до аварии выгнал из бара 2 очень пьяных мужчин, которые начали драку с постояльцами. Вот они. А, несколько дней назад папа поругался на работе с 2 молодыми людьми, которые вызывающие себя вели в библиотеке. Дело едва не дошло до кражи, ой, до драки, уходя они угрожали. А, Юджин Хопкинс, свидетель, в машине рассмотрел 2 человек. Видел их мимолетно, но у мужчины, сидевшего рядом с водителем, была борода. Была борода. А, мистер Бун. А, Кримик накануне жаловался, что его преследуют. Он всюду видел парня, похожего на того, с кем поругался в библиотеке. Так. Так, но машина не темная. Это типа сбили. Наверное, вот этот и вот эти вот 2 кадра, наверное, только нас с черной машинкой видно. Все, ладно, подождем, посмотрим. Красная машина тут не вариант, нужна темная. Я хрен его знает, там не объяснил было черная. Ну не, наверное, все-таки черная в данном случае имеется в виду. Поэтому мы просто подождем. Мэрия. 3 дня еще, хорошо. Тут бы писали бы, сколько биржи труда еще осталось. А что, им придется сейчас сверхурочно работать или делать? Давай, завершай. У нас выезда больше нету. Во, мы смотрим, вообще молодцы. Еще красавчики просто.
Так. Ну, хер, надо. Нет. Блин, ну ладно, поздно уже. Хотел, чтобы на батарейку оставить. Так, мэр доказал свою приверженность непотизму. Мэр Роджерс считает, что должность мэра полиции не должна быть выборной. Ах ты собак. Мэр Роджерс, если мой племянник хочет возглавить полицию, я его поддержу. Ну, правильно, еще бы он тогда бы сказал, что она выборная должна быть. Поддержать бы кого-то другого бы, конечно. А почему нет? Да своих проталкивают, по-другому не может быть. И даже своего. Лычку. А, две лычки. Да, две. Мне кажется, мой стукач заслужил это. Хотя хрен его знает на самом деле. Давай на карту. О, заметьте, без музыки у нас как-то пошло. Вроде бы как. Вроде там никто не помер. Стукач. А за что я ему плачу? Он мне ничего не сказал. Мэри, учитывая последние события, мы должны пойти на некоторые уступки в отношении с феминистками. Делайте так, чтобы как минимум половину вашего штата составляли женщины. Проверим через 3 дня. Спасибо. Зашибись. Так, давай считать. У меня 1, 2, 3, 4, 5 женщин из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Из 14 человек. Значит, набираем. О, как в орме, да? Смена А. Ты мне что предлагаете? Взять и просто кого-то поувольнять или что? Хорошо, ну смотри, у нас сейчас 16 из 14. То есть, вот у меня 15 слотов. 20 человек у нас сейчас. Так, 20 человек, из них 6 человек женщины, да? 1, 2, 3, 4. Да, иду 5. А, подожди-ка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 у нас женщин из 20, то есть мне нужно еще как минимум 3, да? Блин, а это хороших опыта всем. Просто думал на крайняк вот эту нанять. Ладно. Ладно, там посмотрим. 3 дня есть, может что-то интересное. Гроз самоубийства. Таксист услышал крики и заметил несколько людей, когда проезжал по мосту возле порта. Он остановился узнать, не требуется ли кому-то помощь. Но приблизившись, понял, что мужчина собирается сбросить для него в воду 2 детей, после чего покончить с собой. Джейсон бросил нас! Я потерял работу и дом, мы не выживем, только лучше прекратить все сейчас. Таксист передал слова самоубийцу. Какой Джейсон? Гей, что ли? О, блин. Реально, походу. Я думаю, 3 копов хватит, чтобы убедить. Ну, грозы там никакой нет, там нужен просто хороший дипломат. Мне кажется, надо было 1 котика отправить, и это бы хватило вполне. Ну ладно, давайте подождем, посмотрим, что к чему. А там будет видно. Так, взлом с проникновением. В моем доме кто-то есть. Я слышу, как кто-то вводит тактями по двери на первом этаже. Поспешите. Скрипучим шепотом сообщил пожилой мужчина. Какими ногтями по двери на первом этаже? Что, мужик, а у тебя собака или кошка есть? Да не, чё, гон это все. Какой нормальный грабитель будет, он что, дурак что ли, ногтями его это вводить? Он бы уже давно там все выломал, все забрал бы, все ограбил бы и грамотно бы свалил. Так, собака какая-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, 2 заплаканных мальчика в шоковом состоянии стоят прямо на краю моста. Рядом стоит непрерывный отец, который медленно подталкивает детей все ближе к обрыву. Ой, блин, плохо-то как. Хреново из нее переговорчик-то. Ребята, не волнуйтесь, все будет хорошо. Дружище египтист, расскажи про свою жену. Дружище египтист, расскажи про своего мужа. Ой, блин. А вдруг это не муж был, а вдруг это брат. Или друг лучше. Хотя не, вряд ли. Нет, давай вот все хорошо будет. Сильный порыв ветра, я едва не сбросил ребенка с моста, но тот в последний момент удержался на крови, раздрав колено. Как не реагировать, броситься на помощь детям? Уже хватит валять дурака, дети и так уже настрадались. Если мы бросимся, то он их скинет. И как не реагировать? Первого знает, это же плохо, он подумает, что его игнорят. Он явно внимание требует, иначе он сам спрыгнул бы уже давным-давно. Давай вот так. Мужчина заплетающимся языком объявил, что больше не собирается отказывать неизбежное. Так, давай подождем немного, сюда и человек, которому ты не безразличен. Направить на мужчину оружие и приказать отойти от края моста. У детей вся жизнь впереди, ты не можешь решать за них. Тут, я думаю, он скажет мир говном. Лучше им не видеть мир.
тут что-нибудь. А нахрена вообще на него направлять оружие, если не так собирается умирать? Давай дадим ему надежду, попробуем, может что-нибудь как-нибудь. Ой, красавчики, ой, я красавец, я вообще молодец. А тебе спасибо отдельное за подсказку. Как я без тебя, ты что? Так, нарушение общественного порядка. Секретарь Эбигейл Джонс сообщила в полиции, что ее начальник Мартин Кабейк вернулся после совещания сам не свой. Он постоянно лазил в сейф и доставал оттуда огромный пакет белого порошка и что-то с ним делал. Сейчас он постоянно орет, ведет себя крайне неадекватно, требует, чтобы она доставила ему голову единорога. Иначе он перережет ей горло ножом для бумаги, а затем возьмется за всю семью. Ну, там какой-то этот наркоша с передозом. Я думаю, хватит тут двоих людей опытных. Хуан и Форбс. Взлом с проникновением. Домика у нее оказалось, кроме собаки, которая просилась на прогулку и царапала дверь. А я про что? Дебил старый. А если бы спецназ бы тебе отправил? Мне кажется, спецназ бы тебя там на втором этаже бы и похоронил прямо. Идиоты, что ли? Твою мать, а? Да и ладно. У нас, в принципе, героин есть, кокаин. Можно и так. Так, это кто? Это у нас, я так понял, Сэнди, да? Сэнди. Член нашей семьи обедает в ресторане со своей тайной любовницей. Поскольку встреча секретной охраны было немного, и один из подручных Варги сумела проскочить в зал с гранатой. Этим лучше заняться полицией, неофициально, конечно. В смысле неофициально? Ну-ка, давай-ка. Давай-ка официально. Что значит неофициально? Вам борзели, что ли? С гранатой дело имеем, а прикинь, подорвется. Что искренне надеюсь, что нет. Блин, какие-нибудь разборки-то жесткие. Я думал, тут кого-то грабанули, тут кого-то покрышевали, тут где-то, блин, я не знаю, терки какие-то проконтролируют. А тут ни хрена с гранатами, сумки какие-то подкидывают. Обалдеть, машины там ломают. Эй, а чё-то где? Алло? А все живы, нет? Наверное, да. Захват заложников жертвами. Мужчина в костюме вошел в фойе банка, запер двери и убил несколько человек. Он ни слова не сказал, просто начал палить людей. Ловил очевидец. Здание остались десяток людей, а требования преступника неизвестны. Ой-ой-ой-ой, не ждем, 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 ждем. 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 И... поехали. Так. Давай, лучших случаев. На тебе спецназ, на тебе автозак возьми. Не хочешь, ладно. Мне да... да нет, это какая нахрен ложная тревога, вы о чем? Если зашел в банк, перевалил всех, то уже явно не ложная тревога, это уже явно что-то это, ничего хорошего нету, поэтому давай-ка по-нормальному, лучше из лучших, спецназ, все дела. Давайте управлять положение, то у нас и так все менты. Давай, давай, едьте все туда. Это, Сэнд, подожди, тут, блин, без тебя геморроя хватает. У тебя там что, серьезно, нет? Девушка по имени Анна держит небольшую бухгалтерскую контору и помогает нам с решением некоторых специфических вопросов. Сегодня возвращается с работы, она заставила в своем доме огонь. А, дом в огне. Эти малыки, что устроили пожар, до сих пор стоят там и любуются пламенем. Было бы здорово, если бы кто-нибудь бросил в огонь их проломленные черепа. Да пошла ты уже. Пожарных вызови, потушат. Я тут при чем? У вас своих, что ли, нет людей, а? Я понимаю, вот я коп, я не должен проламывать людям головы и закидывать их в огонь по просьбе мафии. Это вы должны делать, я должен вас прикрыть, чтобы... Блин, не знаем, какая-то банда пришла, левые какие-то, блин, какие-то разборки. Нет, Сэнди ни при чем. Вот моя задача. Как так? Как он скрылся? Лучший из лучших, спецназ, поддержка. И он скрылся. По-любому этот усатый виноват. А по-любому. На, лучших из лучших тебе. Неправильно делано было вот это и вот этого. Нефть, я там опасненько. Там еще им голову в дуб проломят. А, во. А, вот как раз эти картинки, которые я говорил. Нужно вот это и вот это, наверное. Может быть так, или так, или так. А, не, погоди-ка. А почему пешеходный переход? Нет, это, наверное, не так. Выехал из-за угла. Так, видел двоих, выехал из-за угла, сбил жертву. А тут, наверное, вот это должно быть. Скорее всего. Либо вот это вот, взамен этой, либо вот это вот, где-то вот тут. По идее, по логике должно быть вот так. Только цвет должен автомобиля быть черным. Ладно, ждем. Посмотрим.
Я как-то так это представляю, потому что если было двое, выехал из-за угла, наехал на бордюр, Грок там вернулся на место, сбил жертву и уехал. Наверное, как-то так должно быть. Чё, раскидали, молодцы. Отличные красавчики. Ты смотри, вообще мы молодцы просто. Прям тянем. Так. Ладно, тебя мы оставляем. Ты давай-ка работай завтра, и ты давай тоже работай завтра. Потому что эти будут уставшие. И надо бы как-то, чтобы подмога была какая-то, потому что народу нету реально. Все, чекпоинт. День 16 июля, 30 вторник. Давайте тогда на сегодня мы закончим. Чтобы не пропустить развитие событий в дальнейшем, можно подписаться на канал, на паблик, на твиттер, оставить комментарий, поставить лайк. И самое главное, делать репост. Пока, всем удачи, пока.